Ну, расскажу немножко, дополню гаджи, постараюсь достаточно быстро, потому что время у нас очень ограничено. Итак, для регистрации участников торгов у нас в системе предусмотрен соответствующий функционал. И для инструкции вы можете перейти на нашей главной странице торги.gov.ru по соответствующей ссылке, зайти, посмотреть инструкцию, кто у нас может зарегистрироваться, как осуществляется регистрация, и далее уже непосредственно перейти к регистрации. Системе. При этом, как уже и было сказано, у нас осуществляется интеграция с различными информационными ресурсами. Это и ЕГРЮ и ГРИП, это ЕРУС для участников СВР, для организаторов торгов, это реестр МСП, реестр самозанятых, это РАФП для организаций из иностранных государств. И, собственно, у нас формирование карточки осуществляется, регистрация осуществляется за счет сведений из данных ресурсов. При этом для того, чтобы авторизоваться, у нас в системе предусмотрена интеграция с ЕСЕ. Соответственно, участники заходят при авторизации с ЕСЕ, выбирают, что они участники, и далее уже полностью вся информация автоматически заполняется на основе данных ресурсов. При этом еще формируется выписка из ЕГРЮ и ГРИП и точно так же прикладывается к карточке регистрации. Кроме этого, участникам необходимо приложить соответствующие документы, которые установлены, соответственно, приказом 38Н. Далее, после того, как у нас все данные заполнены, необходимо просто подписать эту карточку, и уже данные у нас уходят на все электронные площадки. При этом также хочу отметить, что для физических лиц будет предусмотрена регистрация без использования электронной цифровой подписи. Сейчас пока что этот функционал в процессе, но в ближайшее время уже будет запущен. Далее у нас также расскажу еще о сервисе, который у нас предусмотрен. Это получение выписок из ЕГРН при формировании сведений об имуществе. У нас организаторы торгов вносят информацию о торгах, и при этом они могут выбрать из каталога, что они размещают. Соответственно, при размещении сведений о недвижимости им необходимо указать кадастровый номер. И при этом при подписании сведений данные уходят в Росреестр и формируется выписка из Росреестра, которую можно посмотреть непосредственно в карточке имущества. То есть, когда у нас уже участники торгов заходят на наш сайт, они видят интересующий их объект, далее они могут посмотреть сформированную выписку из ЕГРН. В настоящее время у нас уже сформирован, недавно был запущен этот сервис, как уже было сказано, но уже можно посмотреть выписки более чем по 38 тысячам лотов. Соответственно, пожалуйста, если интересует эта информация, при этом у нас в случае, если, например, в выписке найдены какие-то несоответствия, что там какие-то обременения, у нас это будет подсвечено соответствующим цветом. При переходе по этой кнопке у нас можно посмотреть эту выписку, сформированную из ЕГРН. И мы в дальнейшем также развиваем эти сервисы по интеграции с Росреестром. И как уже было сказано, в настоящее время прорабатывается вопрос по регистрации недвижимого имущества в Росреестре. Соответственно, после заключения договоров можно будет этот электронный договор зарегистрировать в Росреестре. Вот, собственно, наверное, это все о тех новациях, что у нас было реализовано, реализуется сейчас. Я достаточно была кратко, потому что время у нас, к сожалению, заканчивается. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что у нас есть канал в Телеграме. И, пожалуйста, заходите, смотрите. Мы регулярно раз в 3 месяца проводим ВКС, на котором мы рассказываем подробно о всех наших новациях и нововведениях. Спасибо большое за внимание.